Вот уже 4 года Дания Гемединова работает на Зеленодольском фанерном комбинате. Здесь нравится все – коллектив, график, оплата. Но на прошлой неделе, признается, пришлось понервничать. Известие о закрытии магазина IKEA в России застало врасплох. Дома, конечно, мы очень испугались, пришли на работу, нас руководство всех собрали, сделали собрание, объяснили, что бояться ничего не надо, работаем в обычном режиме. Партнерами договоренности есть, все у нас нормально, мы теперь спокойно работаем. На шведскую компанию приходилось только 10% мощностей, которые уже активно загружаются аналогичными отечественными заказами. У нас, как говорится, всегда есть заказ, внутренний рынок. На предприятии трудится около 1000 человек. В одном цеху обрабатывается сырье, в другом сухой шпон, в третьем готовая фанера. Но начало работ начинается с лущения кругляка. Каждая из 4 линий лущения производит до 27 кубометров шпона за смену. Эти белоснежные листы еще предстоит нарезать и просушить, после чего будет произведен полуфабрикат, из которого склеят фанеру. ПФМК – не только производственные цеха, но и собственный фельдшерский пункт и пожарная бригада. За почти столетнюю историю продукция комбината всегда была востребована. Поэтому прекращение сотрудничества со шведской компанией здесь восприняли спокойно. IKEA является не единственным нашим клиентом. У нас много клиентов, и доля продаж IKEA в общем объеме производства составляет около 10%. Мы сотрудничаем с различными крупными сетями, переориентируем продукцию, которую производили на IKEA, на российский рынок. Например, в этом цеху обрабатывают заготовки для детской мебели и каркасов для кроватей. Здесь же собирают готовую продукцию. Но это не основная работа предприятия. Главное – производство фанеры. Предприятие не планирует снижение объема. В месяц ПФМК выпускает порядка 4500 кубометров валовой продукции. У нее входит фанера, гнутоклееные изделия, сарга и лат, кроватное основание. Поставщики комбината – отечественные лесозаготовители. Покупают фанеру как отечественные, так и европейские компании. Это Германия, Австрия, Норвегия и другие. Контракты с ними продлеваться не будут, поэтому комбинат планирует поменять структуру реализации готового сырья. Тагир Валиди, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.